На планете все мы люди, так давайте с вами будем относиться чуть добрее тем, кто в чем-то нас слабее. Главное внутри, учтите, и на внешности смотрите. Всем им хочется влюбиться, и работать, и учиться. Пусть же тот, кто не такой, счастье сыщет, как любой. Кто такие люди-инвалиды? Люди-инвалиды – ангелы Земли. Сколько незаслуженной обиды на себе они перенесли. Сколько раз они лицом в подушку, чтоб не плакать на глазах у всех, говорили ночи, как подружки. Разве то, что есть мы, это грех? Сколько раз их матери украдкой увозили в сторону, чтоб не слышать шепот этот гадкий, злых, недобрых, немощных людей. Но не все на свете равнодушны, больше тех, кто хочет нам помочь, открывая душу нам радушно, горе помогает превозмочь.